Уважаемые коллеги и друзья, добрый вечер. С вами на связи Чтокин Валерий Иванович. И в этот субботний вечер я решил с вами поговорить вот о чем. Вы, наверное, сами видите, сколько сейчас в интернете предложений заработать реальные деньги. Идут и спам-рассылки, всевозможные методы, способы, автоматические накрутки, все что угодно. И вот ко мне обратились и мои слушатели, и студенты, и просто друзья и коллеги говорят: «Валерий Иванович, не могли бы вы сделать такой хотя бы обзор или анализ этих способов и методов? Действительно ли по ним можно что-то заработать, или это все является шарлатанством?» И я решил сделать такую небольшую рубрику с сегодняшнего дня. Буквально, наверное, через полтора или два часа уже появится первый мой отзыв на такой материал, по которому можно будет заработать деньги в интернет. А вообще я открою целую страничку, где будут периодически проходить тестирование всевозможных методов и с выводами, действительно, можно ли их использовать и чем это грозит. Но я вообще человек такой осторожный, поэтому я для того, чтобы рекомендовать что-то, если применить в жизни, я сначала все это применяю на себе. Да-да, помните, как врачи, да, которые применяли на себе там прививки и все. Так вот, я закупил несколько таких методов, вот 10 штучек я купил и тестировал целую неделю, смотрел, можно ли по ним что-то заработать или нет, или все это проформы и обман. И даже для этой цели я сейчас вам покажу. Я открыл на своей страничке ВКонтакте вот такую маленькую группу. Видите, она называется «Вы это можете. Знать, уметь, владеть, использовать и побеждать». И посвящена она как раз будет эта вот страничка или эта группа, сообщество, тестированию выбора наиболее эффективных и проверенных способов реального заработка в интернете. Да, я вот выбрал вот такую картинку, видите, вот чем-то мне эта серьезная дама вот настраивает на такой действительно хороший анализ этих методов, действительно задуматься, а действительно можно ли заработать в интернете на автомате и так далее, и так далее. Так вот, и на этой странице уже помещен вот первый... Да, первый обзор, посвященный одному из методов. Я сегодня на него дам отзыв здесь же в YouTube, и вы можете его посмотреть. Ну, вот, наверное, и все, что я хотел вам сказать. Итак, с сегодняшнего дня, да, на моем канале будут появляться отзывы, посвященные тестированию всевозможных методов, способов заработка реальных денег в интернет. Так что следите за каналом, следите за публикациями, и я буду рад, если они вам помогут. Естественно, да, я сначала покупаю эти материалы, потом проверяю, а потом уже, если что-то понравилось и что-то дает действительно результат, я буду рекомендовать это тогда и вам. И прямо здесь же в отзывах на YouTube я буду давать ссылки на авторов и продавцов этих курсов или товаров, или там, я не знаю, других методов и способов, чтобы вы могли самостоятельно перейти по этой ссылке на сайт продавца или автора и у него купить данный курс или данный способ, метод, который он предлагает. Итак, все понятно? Хорошо, начинаем работу. А пока... А пока-пока.